Наташа, кстати, в нашей любимой кафешке Мансур. Как инжир будет английское? Инжир? Фига. Будет фига. Фига. Не знаю. А вот посмотрю, как называется. Сейчас посмотрим. Так, нашли мы фиги, но они черные, темные такие. Наташа хочет белые. Тин. Конфеток дали. Thank you. Дали конфеток. Выпросили мы конфетки. Мы поняли. Кстати, прикольная Мансур кафешка. Она была на первом этаже Джимми Молли, а сейчас на третьем этаже. И сейчас стало кафе. Да, сейчас вот реально кафе. Смотрите, есть чайнички, есть орешки. Вообще прикольно. Вот. И кофе. Много кофе. Такой турецкий кофе мы уже с вами и видели. Мы его покупали, когда приезжали и покупали в центре Эляйна и видели его в Global Village. Вообще красиво, конечно, как сувенирнички, такие вот эти чашечки, кофейничи, гахва. Что вот все оно есть. Зал показывать пока не буду, там много местных сидит. Может, попозже покажем. Что рассказать? Ну. Не, просто у них раньше были, то ли сезон был, то ли что, турецкие, вот их было фиги. По сколько? 30 за... По 30 за килограмм, да, или по? Да, что-то очень дешево. Сейчас 90. Очень дешево. Очень дорого. Это уже такие, я люблю светлые. Да. То есть светлые. Покажу, как здесь оформлено просто. Ой, класс. Угу. Смотрите. Красиво а сделали представление. Да? Кунафа, кофе. Сладости. Но если сладости здесь берем, то вкусные. А еще мы вам показывали кафе, да? Два кафе, где мы ели кунафу. Оба видео с тобой писали. А ты же классные. Сказала, что это кафе, когда было на первом этаже, там никто особо не сидел, поскольку было только на улице. Ого! Смотри, что Наташа принесли. Вот наша кунафа. Порция стоит 20 дирхам. Вы же знаете, что у нас вкусное. Вот Наташа мороженое заказала. Вообще. За 25 дирхам мороженое и пахлава. Все, ну давай, ты будешь пробовать? Так, я хочу баклаву, наверное, или нет? Да. Давай. Кунафу. Я тоже хочу кунафу, но я хочу еще видео снять. А как же я тебя буду снимать? Ты мне не будешь снимать, потому что сзади местные нельзя. Нет, ничего страшного, ты попробуешь. Так, это уже третья кунафа, которую нам показывали. Это очень вкусная сладость. Вам много про нее рассказали. Она тянется. Не тянется. Здесь не тянется. В общем, когда вы в Эмиратах, вы просто обязаны ее попробовать. Это очень вкусно. Мне нравится здесь. Мансуре нравится. Ну, в принципе, когда мы были в кафешке Фирас, и когда мы были туда, куда нас пригласили друзья, тоже было вкусно, да? О, что в отеле забыл. Смотрите, в каких чашечках. В отеле стоит 16 дирхам стоит. 16 и по 14 везде. Да, но мы взяли большую чашечку. Короче. Кунафа вообще классная. И он еще сиропчиком. Мы не сказали, что сиропом не надо поливать. И хорошо даже, что не сказали, он полил. Он полил сиропом. Да. Помните, такой сладкий сироп такой. Но оно совершенно не портит, оно очень вкусно. Оно тянется. Тянется, но все нормально, слава да. Богу. Сейчас я немножко покажу само кафе. Но я думаю, что местный дядечка ничего не будет говорить, а сзади уже женщины с детьми, это уже проблема. Так что... Ты должна это сфотографировать, а только потом я буду есть, потому что это красиво. Так, все, сейчас мы это зафоткаем и будем с вами это пробовать. Надеюсь, вкусняшки у вас сегодня есть. Все, пофотали, так. Наташа довольная, сейчас будет есть вот эта вот вкусная пахлава. Она как бы разрезала надвое, а в центр мороженое. До меня опять же дошло, у них же нет буквы П, у них и поэтому они называют баклава. Да, баклава. Я была в этом. Абсолютно точно. Так, с мороженкой я никогда еще не ела. А про сахарную вату ты уже рассказала? Что? Что это турецкая сахарная вата, и она мне так понравилась. Я в Турции никогда ее не видела, если честно, что продавали. Ну, особо там... Просто мы еще заказали с собой сахарную вату вкусную. А. Смотри, мороженое это London Dairy, это мороженое мы любим, это пломбир. И довольно-таки два больших шарика, это как два больших порции, которые, наверное, ну, по 7 дирхам они. То есть, в принципе, ну, да. Нормальный кусочек. Вот это вот турецкая... сахарная вата. Она как будто бы немножко отличается от того, что мы привыкли она не видеть. Немножко отличается, она немножко отличается. Она такая плотная, ты ее жуешь, но в тот же момент она быстренько тает. И она делается, мне кажется, как... Мне кажется, знаешь, на халву она похожа. А мне на ореховый вкус она похожа. Вот, когда ну, я ела, из мне какого-то ореха она делается. Понимаешь, из какого-то семечки. Короче, это вкусно. Конечно, то есть, если вы в Эмиратах, если вы в Турции, в Египте,
То есть пробовать, пробуйте, сравнивайте, пишите, будет интересно действительно. Вообще-то откуда, помнишь, нас из Ливана, рассказывали? Из Ливана, по-моему. Не Ливана, по-моему, из Сирии. Или Палестина. Из Палестины. Mm. Из Палестины это... Кунафа. Ну, да, нам историю рассказали, мы вам передали и благополучно забыли. Хотя утверждать не будем. Да, но это еще не точно. Прикольно, то, и кофе я уже попробовала. Вот я люблю. Мне нравится, что в чашках, вот реально, вот не в этих нравится. Вот стаканчиках. Затем как-то отвыкли пить кофе в таких вот чашках прикольных, оно задает настроение. Конечно, задает. Когда ты пьешь в бумажник, в пластике, оно совершенно другое. Ну, это другое типа, все. Как оно, гиена, там что-то еще, но, извините, нам оно должно промываться таким кипятком, что это красиво. Еще раз, насладитесь сладостями, я встану, кстати, что? Сейчас покажу пирожные. Хочу сказать, латте горячий, вот я люблю горячий, они когда приносят что-то там, немножко кофе, вот немножко эспрессо, да, кипяток, но оно на фоне холодного молока, оно все невкусно, это мне нравится. Ну, это не латте, в принципе, это более как, ну, пенный мук, по крайней мере. Но вкусно. А что ты хочешь? Хочу здесь в шкафу аккуратно вот показать это, да? Пирожные. Сейчас смотрите, просто какая здесь красота есть. Вельветовый торт, шоколадный торт. Кстати, некоторые мы пробовали. Я не могу описать вкус. Вот тирамису, это орео, но они вкусные. Чизкейк. Кстати, из моих рекомендаций, если вы не знаете, что брать, берите чизкейк, он всегда вкусный, в принципе, беспроигрышный. И там... Как тренер говорю, там меньше калорий. Ну, вот набирание веса вас это не спасет. Вот разные пирожки. А вот здесь разные печенюшки. Можно за 100 грамм брать. В смысле, там, от 100 грамм и там, хоть до килограмма, хоть до 2, хоть до 5. Смотрите, это вот орешки, да? Мы знаем их как орешки со сгущенкой. Здесь они называются верблюжий глаз. Когда я сказала моим студентам, что по-грецки орех, они такие, о, точно, тоже похож. Это вот с шоколадом. И, кстати, мне больше со сгущенкой нравится. Это мамуля. Очень вкусные печенюшки. Мы показывали, друзьям привозили в Кении. Они наполнены таким джемом, как финик раздавленный такой. Даже не джем, джем жидкий. Такой финик там внутри, очень вкусный и песочный. Это мамулы тоже, очень похожие из песочного теста. Это вот такое Наташа ела, это очень вкусная пахлава. Просто разрезали и туда всунули морожку. Эти сладости вкус, по названиям не знаю, по-моему, фирасе мы вам старались называть, но, наверное, мы могли сказать неправильно. Для нас это все одно турецкие арабские сладости, эмиратские сладости или пахлава, бахлава. Для нас она пахлава. И помните, что у нафы есть несколько видов, нам больше нравится вот такой вот. Наконец-то местные разошлись. Это нас угостили. Да, мы решили пробовать. Нам мальчик, когда Наташа спрашивала, а он сказал тарис, или как мы его называем, инжир, а по-английски фиг-фига, будет тарис. Тарис? А он мне как тин сказал. Тин сказал на арабском. А может, это фирма тарис? Может, это не путаешь? Я могу путать. И кто узнает, пишите комменты, сейчас подождите. Знаете, как я рождественскую игрушку вот сейчас я раскручиваю и... Уже не раскручивалась. А приятно, да? Дал это? Я думаю, не-не, не надо мне, не надо. Какое-то... Что это такое? Это фига. Это фига. А твердая? Мягкая вообще. Ну, это фига Наталенька. Попробуй. Давай. Ну, я думала, конфетку не хочу. Не хочешь? Сегодня я фигу не хочу. Ну, давай я попробую. Смотрите, какая большая. Крупа. Смотрите, это такой человек, просто вот, смотрите, с моим пальцем. И это она сушеная? Человек просто взял, дал подарок вот. Обалдеть. Ну давай я уж попробую. Ну давайте, Наташа, тогда завтра тоже это тебе. Давайте. Я просто люблю очень инжир. Переводи телефон туда. Куда тут? Там же человек сидит. Я уже его сняла, ничего страшного. Человек не возмущался. Не возмущался? Да. Слушай. Пахнет вкусно. Интересно, почем цена за килограмм? О, видно, что мягкая вообще. Она вяленая больше, да? Очень вкусная. Я верю. Ну такая тонкая шкурка у нее, слушай. Но она вот вяленая, вот свежая. Мне когда я взяла, как она очень мягкая, во-первых, во-вторых, она мне как вяленая. Какая вкусная, наверное, дорого стоит. Надо спросить. Интересно, чем-то отличается? Ну, не знаю даже. Разные обертки. А я тебе говорила уже, что в инжире, ну как фрукт, как для фрукта, очень много белка. Там что-то 3,1 грамм на 100 грамм, что-то такое. Ну, то есть, говорила, да? Да.
Да? Короче, это вкусно. Слушайте, зашли, наснимали вам контента, все уже поостывало. Мы сейчас будем кушать. Надеемся на ваши лайки и комменты, будет она очень такая приятно. Медовая, реально очень сладкая. Ну, приятно, когда дают пробовать, но тогда вот так вот завернуто классно. А когда финики лежат, и они дают пробовать еще и руками трогать, так я думаю, боже, хоть бы типа они... Ну, да проще относиться. Да. Наташа все может попробовать. Я или тщательно вытираю финик, или прячу в карман и говорю, да-да, я завтра попробую, у меня есть такое. Не, надо здесь и сейчас. Ну, молодец. Кстати, хороший девиз. Здесь и сейчас. Обязательно ему следуйте. Так, вот чек наш пришел, как мы вам рассказывали, кофе 16, то есть 2 кофе 32. Дальше 25 мороженое, 20 кунаф. Вот так, ну, эти конфетки стоят 100 дирхам, $27 за килограмм. Да, он сказал, что они не отличаются друг от друга, но я сказала, дайте мне то, что пробовали, 200 грамм. Мы берем 200 грамм, это вот очень вкусная вата. Я ее обожаю. Да, Таша обожает, стоит всего 10 дирхам, ну, вот это $27, вот это то, что мы пробовали сегодня, да. Вообще красота. Ну, так что вот мужчина уже конфетки нам принес. Ну, покажи, Наташ, как он завернул. Ого! Thank you. Mm-hmm. Вот так вот это вот 20 дирхам стоит. $5-4 завернутый. Очень вкусное. И такой классный сувенир из кафе Мансур. Для меня сувенир. Нам, да, для Наташи. Так что может родным близким привозить. И вата такая тоже очень вкусная. Все здесь. Ну, я думаю, когда она именно. Я видела, короче, в интернетах в Турции они прямо ее готовят на улице, продают, и она горячая. И я представляю, какой это должен быть вкус. Но не это мне очень нравится. Я не знаю, мне что-то так нравится. И немножко фисташки. Так что потратили такой. Да, видео сегодня вкусное, классное. Надеюсь, у вас вкусняшки были. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем пока. Пока.